сломал себе спину, смотри. Что с тобой, чел? Чувак! Я сломал спину. Нет! Что, шутка это? Как ты так сделал? А просто я упал, а он спину просто так себе сломал. О, понятно. Ой, чем нажал? Смотри, у меня тоже... Ну, давай вот этот, когда оригинится. Я могу залезть с помощью пружины на крышу. А там стой, есть... Стой, подожди, потом... О, ну ладно. Да есть турчик. Эксперимент! Выживу ли я на улице? Да ладно, я на крыше. Тут на крыше есть турчик. Повисло. Выживем ли мы не внутри дома? А я вот тут на верхушке. Ладно, ребята, выживем ли мы? Вот в чем вопрос. То, что внутри дома, как я считаю, будет побезопаснее. Полетели. Что если от первого лица? О, вот это да! Ой, у меня голова закружилась. Давайте сейчас слетаем и чисто посмотрим на удачу от первого лица на стульчике. Я там видела, в общем. А в первых домах там был просто стул. Я просто хочу, ребят, проверить. Ой, блин, да Миха улетел. А я выиграл, я живой. Поздравляю тебя. Ой. Так что, конечно, мы не видим платоху, но пока он там летит, как раз-таки есть вот такая возможность. Опа-на, сесть на стульчак, от первого лица врубаем. Все, едем, ребят, едем. Поворачиваться мы никак не можем. Окей, все от первого лица, чисто вот как наш персонаж смотрит, так мы все получается. В общем, да, жалко, что камеру, конечно, поворачивать. Все, я прилетел, спал. Ну, блин, вау, капец. Ой, как закрутило. Вот это я скачил. Я, короче, спальню тут. Короче, я это, сдох. Да. А я тут спальню. Грустная новость. Пойдем, этот, я тут видела домик Майнкрафт. Пойдем туда. Пап, ты где? А я уже. Я тебя жду на второй планке, короче. Где поиск? О, привет, домик Майнкрафт. Я чур на кровати. Все. Тут на кровати какая-то черная коробка. О, я хочу. Ладно, не будем от первого лица уж. Хотя я хочу посмотреть, какой тут вид от первого смотри, лица. О, смотри, кто-то на чине. Да, мы видим. Там вот три это. Человека. О, ой, два человека. Кто-то, да, тут на человечке летит. Даже путешественница, что ли? Это чина. Ой, блин, смотри. Ой, вообще. Ой, мы поиграли в чину. Вот там на сайте летит, смотрите, там чина на сайте летит. Ой, вообще, ребят, ну наш дом вообще на удивление целый. Ничего не хочу сказать, всё, дом на удивление целый. А я застрял тут, короче. Мне кажется, или я разговорами с вами что-то заговариваю дома. Ну ладно, ребята, уже как бы много времени мы вот уже играем, но это поэтому... На этом мы сегодня с вами заканчиваем. До свидосы, пока. В общем, до свидания. Кому как, не знаю, как вам сказать. Еще покасики, ребятики. Не забывайте ставить лайкосы, подписываться на мой каналчик. Разумеется. Тем, кто это сделает, дай бог здоровья. Если ты подпишешься, конечно. Ну, и я буду просто тебе благодарна. Ну, ладно, ребят, на этом все. До свидунс. Ну и так, просто ради эксперимента в конце вот так вот подлетим. Вылетим. Ладно, пока-пока!